Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинска, и сегодня будет видео посвящено тому, как создать файл PDF при помощи бота Telegram. Конкретно практическая задача, когда есть книга отличная в формате Word, в формате Doc, и я хочу из нее сделать формат PDF. Итак, я запускаю свой Telegram. В меню поиска вставляю название бота, вот он, собачка, PDF, нижнее подчеркивание, бот. Выбираю этого бота. Нажимаю старт. И все, что мне требуется, это отправить файл вот в следующем формате. Я прикрепляю этот файл, эту книжку в вордовском формате. Вот он. Открыть. И скачиваю туда же, уже в формате PDF, эту книгу. Нажимаю на стрелочку. Загрузка пошла. Сейчас проверим. У меня загрузки идут в папку Telegram Desktop. Вот этот файл. Мне уже остается не только его переименовать. Давайте его откроем. И вот этот файл, 65 страниц, отлично преобразовался из Word в формат PDF. Чего я и добивалась. Я считаю, нужно возвратиться в Telegram и оценить работу этого полезного бота. Есть ссылка. Но оценил его, конечно, по максимуму. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинска. До скорой встречи.